в этом видео я вам расскажу, как я сделала сама себе татуаж глаз. Вот этот самый татуаж, который я сделала буквально час назад. Смотрим. И будем делать глазики. Глазики должны быть в порядке. Наносим все как по регламенту, первичную анестезию. Выжидаем, пока она не впитается. То начну я сразу с внутреннего уголка, потому что там важно начать работу, пока отека нет. Затем меня интересует внешний край, пока нет отека, чтобы создать правильную линию. Работать буду я в смешанной технике. Вот, это будут и штрихи, и точки. Вот, губы у меня по контуру, мне нравится цвет, я его поносила, поэтому буду делать коррекцию этим цветом, потому что губы все имеют какие-то синюшные пятна, и если бы их все покрыть вот этим цветом, то они были бы, конечно... Я еще пока жду, но я знаю, что она уже действует, потому что начинает холодить белок. Вот, особенно то, что я с открытым глазом, да, и вот это ощущение, оно начинает появляться. И если проверить, вот так, я скажу точно. Вот, я чувствую онемение кожи в этой зоне. Это такое очень еле уловимое, но оно есть. Не хочу сильно анестезировать, потому что я хочу чувствовать, да, мне нужно контролировать иглу. В общем, немножко больно, чтобы чуть-чуть было покалывание. Тогда подконтрольно все. Сейчас я начну, сейчас я иголочку заряжу. Подготавливаю себе рабочий столик. Все, готово. Берем пигмент, берем машиночку. Начинаем с какого-то вольтажа ориентировочно, дальше по ходу, по ощущениям. Все. Работаю я с собой всегда без перчаток, поэтому я просто обрабатываю ручки спиртом. В перчатках самой себе еще сложнее. Вот, к сожалению, челочка мне будет мешать. Убираем всю эту красоту, чтобы создать другую красоту. Включаем машинку. Нет, вытираем остатки крема. И мы начнем прямо вот отсюда. Все, пигмент в носике. Натяжечка у меня идет обязательно. И я начинаю прикасаться к линии. Все, я почувствовала иглу. А теперь я просто медленно-медленно двигаюсь, неторопливо. Вот он, маленький кусочек. Это еще не покрашено, это только примерочные такие ощущения. Сейчас захват поудобнее нужен. Мне нужно пройти внутреннюю линию максимально. Ну вот, друзья, я закончила. Глазки, конечно, побаливают. Отек есть. Но я вывела стрелки. В любом случае, как говорится, коррекция всегда нам доступна. Мне очень нравится то, что мне удалось довести все это хорошенько до концов. Вот. Следующее, надо заняться губами. Брови меня не беспокоит. Там остаток органический, такой сероватый. Когда мне надо, я макияжем добавляю, татуажем там мне не нужно ничего добавлять. Только я иногда корректором прохожусь, и все. Классно, мне нравится.
Да, коррекция нужна будет, но никаких недочетов. Где-то недокрасы, это нормально. Сама себе. Тут вот прокрашено, все нормально. И это тоже. Но здесь отек, она такая пум-пум на кончике. Вот, на самом деле шелушится, там кончик будет тонкий. И вот как раз с кончиками я еще буду немножко их удлинять на коррекции, когда руки доберутся. Да хорошо. Отлично. В общем, я от зеркала не отлипаю. Ну, в общем, все. До скорых встреч. Завтра, наверное.